Здравствуйте, сегодня соберем кубик 3 на 3 на 3. Я вам представлю вариант такой не распространенный, скажем так. Более распространенный вариант сборки смотрите в моем другом видео. Значит, в этом варианте мы сначала соберем везде кресты на всех сторонах, потом будем подставлять угловые элементы. Начнем с белой стороны. Белый готов. Боковые ставим обычные пиф-паф. Вот этот выбиваем отсюда. Так, здесь мы, значит, делаем вот так вот. F, R, U, R назад, U назад, F назад. Повторяем. F, R, U, R назад, U назад, F назад. Так, поворачиваем, чтобы сошлись или не сошлись. Вот сошлись вот два цвета. Держим вот так вот. Вот два цвета сошлись. Держим вот так. И проворачиваем вот так. R, U, R назад. U, R вперед. U, U, R назад. Смотрим. Все сошлось. Везде собраны у нас кресты. Так, начинаем ставить углы на свои места. Не обязательно по цвету, главное, чтобы белые. Вот видите, тут желтый. Он не должен тут быть, должен быть с белым. Ну, такой формулой, как в 2 на 2. Все белые. Ой. Нет, не все. Ошибку допустил где-то. Но это не страшно. Белые вот сюда нам нужно. Еще раз. Белые со стороны белого. Можно сразу их поставить по местам, по правильным местам. Вот этот, например, на правильном месте стоит у нас. Этот не на правильном. Проворачиваем такую же формулу. Вся сборка практически на этой формуле и будет держаться. Вот эти на своих местах. Тоже делаем желтым. Вот на своем месте от этого угла и делаем формулу. Так, на своем.
Дальше делаем пиф-пафы. Начнем, например, с оранжевой стороны. Поворачиваем. Так, вот это мы уже не будем. То, что тут встало, мы вот эту провернем вместе вот с этой. Будем желтый цвет сюда ставить. Не забываем доворачивать. Вот такой вот был способ. Всем пока.